Привет, ребята! Начался 2022 год. В целом, очень классно, очень хорошо, задорно, но уже в первую неделю я сейчас столкнулась с новыми трудностями. Связанные со съемками, с тем, что я хочу стать режиссером, продюсером. Снова сложности, которые заставляют меня расстраиваться. Нам нужно искать новое помещение, то, которое я нашла. Мы там сняли уже один выпуск. И рассчитывали на какое-то время там еще снимать, но теперь мне сказали: до свидания, забирай свои вещи, всего доброго. Но я держусь. Я не сдамся. Это не страшно, это не сложно. Это, конечно, неприятно и отстойно. Но все окей. Угу. И знаете, несмотря все-таки ни на что, ни на что, ни на что, не смотрите. Не сдавайтесь. Наверное, это в первую очередь я хочу пожелать это себе. Но поскольку мои слова на меня не работают, пусть они сработают на вас. Я очень хотела, чтобы первый эпизод шоу, которое мы сейчас снимаем с командой, вышла в начале января на этих праздниках, пока как бы много кто находится дома и смотрит все, что есть в Ютубе. Но она еще не готова, и это тоже немного меня расстраивает. У меня еще немного пересохли губы. Или много. Такие сухие. Но, знаете, ребят, я все равно надеюсь, что у вас дела классные. Поэтому, если у вас есть места, локации, которые есть, которые кто-то может предоставить нам, мне для съемки, на каких-то очень приятных условиях, мы будем очень рады. Ну, я должна признаться, что мне в целом очень грустно от всей этой ситуации. Но не сдаваться, не сдаваться, не сдаваться, не сдаваться, не сдаваться. Но есть и хорошие новости для меня, очень приятные на канале. Уже больше 100 подписчиков, и я смогла поменять ссылку с просто набора букв и цифр на персональную, собственную ссылку создать. Это такой какой-то следующий уровень, наверное. Маленький шажочек, маленькая ступенька, но приятно, приятно. Спасибо большое, что вы со мной.